Московский пасхальный фестиваль – это ежегодный российский фестиваль классической музыки, основанный по инициативе главного дирижера Мариинского театра Валерия Гергиева. В этом году в хоровой программе примут участие более 25 коллективов из разных уголков России и впервые после долгого перерыва государственная хоровая капелла Абхазии. До войны капелла участвовала на этом фестивале, но после войны как-то все меньше и меньше, и давно уже мы не участвовали. В этом году, поскольку проходит спецоперация военная, вначале было принято решение о том, что этот фестиваль будет немножко укороченный, и поэтому в этом году мы не рассчитывали, честно говоря, попасть на этот фестиваль, но в итоге было решено, что абхазская капелла как раз будет участвовать в этом году, и дополнительно дали вот 3 дня на этот фестиваль. 13 мая абхазская капелла выступит в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла, 14-го в Серпуховском музыкально-драматическом театре. Вход на эти концерты свободный, а 15 мая утром капелла даст закрытый концерт для подопечных геронтологического центра «Восточный». Все 3 концерта будут разными. Поскольку разная публика, поэтому мы сделали 3 разных программы. Естественно, какие-то сочинения повторяются, но есть новые сочинения. Кстати, мы будем впервые исполнять 2 сочинений, даже те, которые в Абхазии еще не слышали. Это 2 сочинения московских композиторов. Одно будет вообще впервые звучать в исполнении нашей капеллы. Вот. Ну и плюс наши аранжировки, произведения абхазских композиторов, скажем, Ауарден, Рожден Агумба и так далее. Константин Чингеле будет. Это уже звучало, правда, в Абхазии «Молим тебя, Святая Мария». Вот. И еще есть у нас колыбельные Махаджиров, Лакарба. Это довольно новая аранжировка, которая мало звучала. Естественно, части абхазского реквиема, который уже звучал здесь. Вот такая программа, она очень большая, насыщенная. Участием в пасхальном фестивале гастроли государственной хоровой капеллы Абхазии не ограничатся. 15 мая вечером капелла даст большой концерт в Центре современной музыки «ТОН». Поскольку мы не каждый день ездим в Москву, и у нас 3 концерта – это в рамках фестиваля, а другой концерт и мастер-класс – это было предложено нам Академией хорового искусства имени Попова, ректор, заслуженный артист Абхазии, кстати, недавно стал, Александр Владиславович Соловьев, предложил провести другой концерт. И Соловьев будет дирижировать абхазской капеллой, и Барас Кучба, ваш выпускник консерватории, будет дирижировать. Солисткой будет наша скрипачка, студентка 1-го курса Московской консерватории Эмилия Терзян-Хагба. Так что у нас очень насыщенная, как вы видите, наша поездка в Москву. Впервые в Москве хоровая капелла Абхазии исполнит произведение композитора Хиблы Амичба, представителя Абхазии в Германии. Конкретно вот для нашей капеллы написано именно вот это новое сочинение на стихи Мощны Ласурия на стамбульском рынке. Но мы немножко изменили, название будет «Стамбульская слеза». Это о трагических страницах махаджирства, где на рынке стамбульском мать продает своего сына, чтобы он не умер с голоду. Это совершенно новое сочинение, которое недавно написано и по нашей просьбе. Вот. Очень удачное сочинение, и мы предложили Хибле писать еще для хора.
38 артистов хоровой капеллы вернутся в Абхазию 16 мая и сразу же возобновят репетиции. Впереди весьма загруженный летний сезон, открытие которого состоится в июне в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. Надежда Боровикова, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.